Всем привет! Вы на канале Алина Готовит. Я очень благодарна своим дорогим и любимым подписчикам, которые всегда меня поддерживают, дают советы. Я ко всем к вам прислушиваюсь. Ставят лайки на мои просмотры. И всем, кто советует своим друзьям и знакомым. Ну а сегодня я скрашу ваши серые будни. И мы сегодня с вами будем готовить одно очень красивое, как говорится, радужное блюдо. И приготовив его, вы посмотрите на него и скажете, что на самом деле оно очень красивое и радужное. Оно очень простое в приготовлении, очень вкусное и, наверное, понравится вашим детям и вам. Называется это блюдо киранмари, что в переводе означает рулет яичный. Для приготовления яичного рулета нам понадобятся яйца, затем перец, это не острый, но можно взять болгарский, любой лук зеленый, в моем случае это джусай, затем соль и растительное масло. Разделили мы яйца на белки и желтки, затем берем наш нарезанный мелко перец. Вот, кладем его в белки, и зеленый лук также, тоже кладем в белки, затем чуть-чуть солим и все это перемешиваем. Посолим и все перемешаем. Также и желтки тоже перемешаем, и готово будет. Разогрелась наша сковородка. Вот, наливаем масло растительного. Хорошенько обмажем все края сковородки. И будем на медленном огне жарить. На медленном. Вот. Берем мы наш рулетик, его вот скручиваем его. Вот. На очень медленном огне это все жарится. Затем двигаем к концу и берем. И еще наливаем. Это все нужно будет немножечко распрямить. Вот, приготовили мы с вами белый омлет. Сейчас мы будем с вами готовить желтый. Сейчас вот еще масло я налью, хорошенько размажу сковородку. Так. И будем наливать желтый омлет тоже тонким слоем. Также на медленном огне будем жарить и
заворачивать в белый омлет. Вот желтый наш омлет, и мы его тоже заворачиваем. Вот. Все это делается обязательно на медленном огне, не забудьте это. Вот мы завернули наш омлет. Вот теперь дальше делаем также тонким слоем. Вот. И на медленном огне также будем заворачивать. Вот и готов наш радужный рулетик, а теперь мы его с вами попробуем. Очень вкусный. Я надеюсь, что сделав это блюдо вот такое же яркое и красочное, у вас поднимется настроение, а я вам желаю счастья, здоровья, удачи. Всем пока. Аннём!